На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Полина, мне 9 лет. Я живу в городе Сургуте. Николай Алексеевич Некрасов. Не ветер бушует над бором. Не ветер бушует над бором. Не с гор побежали ручьи. Мороз. Воевода дозором обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метели, лесные тропы занесли. И нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли. Пушисты ли сосен вершины, красив ли узор на дубах. И крепко ли скованы льдины в великих и малых водах. Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде. И яркое солнце играет в косматой его бороде. Забравшись на сосну большую, по веточкам палец и бьет. И сам про себя удалую хвастливую песню поет. Метели, снега и туманы, покорны морозу всегда. Пойду на моря, океаны, построю дворцы изо льда. Задумаю реки большие, надолго упрячу под гнет. Построю мосты ледяные, каких не построит народ. Где быстрые шумные воды недавно свободно текли. Сегодня прошли пешеходы, обозы с товаром прошли. Богат я, казны не считаю, а все не скудеет добро. Я царство свое убираю в алмазы, жемчуг, серебро.